Так, всем привет! Пришла посылка из Твери, чесночная ферма. Пришла еще 3 дня назад, но тогда я работал. Потом было некогда, отсыпался с ночи. Так, сейчас будем ее вскрывать. Без разницы, наверное, вот с этой стороны. Так. Вскрыли. Сейчас посмотрим. Стандартно изолон такой ребристый, походу без разницы какой, видимо такой был у них ребристый. Ну, проще ли такой, а для чего такой нужен ребристый, интересно. Тоненько тут, не тоненько. Так, семена вот так вот, пакетики. Да. Так. Уже какой-то подарок прислали. Сколько у него чего, фиг его знает. Да. Заказывал-то я вроде поменьше. Так, блин, вот не хочет туда падать. Разложить, блин, он. Вроде почти все разложили. Так. Начнем с того, что не попало. Вот у нас. Тринидад, Скорпион и Хури Ара. А, по-моему, я такой не заказывал. Все-таки. Да. Вот. Тринидад, Скорпион, Маруга. Yellow. Семечка такое, да? Да, она как бы целая вроде. Да, смотри-ка. Целая семечка. Ну, тут 3 нормальные. Не все тоже сыпят, не убирают же. Броня тут тоже. Тут 6 семечек. Карлины Рипер и его. В 18 суток заказываешь, там все-таки и 7 бывает, и 8, тут все-таки. Все качество, да? Больше не дает. Ладно. Хабанара White Гигант. Вторая попытка в прошлом, ну, как уже сейчас новый сезон. Хотя год старый еще.
не взошел ни один перчик, не проклюнулся. Вернее, да, они проклюнулись, но почему-то не взошли. Обычно как бы, ну, очень аккуратно. Редко когда даже ломается, что. Любившийся. Каролина Рипер Йеллоу. Не 6, я уже показывал, да. Вот, 7-Pod SR Strain. Походу, одна... Сейчас посмотрим. Семечка-пустышка, может, даже две. Но тут их тоже 6. Да. Каролина Рипер Йеллоу, как бы, тоже, как и свои братья, там, 2 миллиона, но, скорее всего, 1,5 миллиона, а еще где-то 1 200 000, поэтому в среднем все-таки минималочка выходит. Тринидад Скорпион Маруга Йеллоу, там тоже типа как бы до 2 миллиона, ну, Каролина Рипер 2 200, но тоже 1 200 000, может быть, 1,5 миллиона, но больше у них не бывает. Гигант это 150, там 300 до 300, ну 150-200 будет, так что нормально. СР 1,5 миллиона или 1 600 000, точно уже не помню. Так, Тринидад Маруга шоколад. На Украине заказывал шоколад, вообще что-то вот он просто никак. Семена, ну, похоже, с какого-то шоколадного. Посмотрим, будет ли шоколадный. Просто как бы из российских. Чесночная ферма нормальная. Место, где можно заказать. Просто платину московская. Там, конечно, половина сортов вообще перепутанные. Вообще ни о чем. Да, и вот тоже заказывал. А, вот он, типа, рекордсмен у них появился. Тот самый дракон, который пока еще официально не рекордсмен, но рекордсмен. Сколько там у него, блин? Блин, я даже не помню уже сколько. То ли... Ну, короче, 2,5, 2,800, что-то такое примерно. Короче, уже 2,5 миллиона сковелей. Каролина Рипер шоколад. Кстати, а тут... Смотрите, одно семечко. Выделяется прилично так. По размеру большие, остальные такие. Ну вот, с него нужно смотреть, подписывать. И так. Иори Р. По-моему, не заказывал, да. Ну и подарок. Гигантский красный, тоже там в среднем 150 000. Как бы гигантский он в виде, все-таки будет в виде фонарика, в форме фонарика такого, висящего фонарика, а не хабанера лонг. Итак, как бы я заказал 8/9 подарок. Да. На 1500 рублей заказ. Шоу получается, сколько он шел-то? Около 9-10 дней. С Твери в Полевской, Свердловской области. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да, и пролетарии всех стран, объединяйтесь.